мы приехали в Стратфорд часов в 5 вечера. Трафика не было, но мы выехали заранее. Первым делом зашли и проверили, много ли народу в свой шале, потому что там мы планировали покушать перед представлением. Мы сейчас в парке, которым окружен театр, который мы будем смотреть «Короля Лира». Парк очень красивый, особенно осенью сейчас. Листья разноцветные, маленькие островки, вода чистая и очень много всякой водоплавающей живности. Лебеди, утки, чайки всегда голодные, плавают спокойно, никто их здесь не тревожит.